Вот трикотажки, чтобы кого-то не было, чтобы на это снег не залетел, на дорогу будет. Мне же кота звонит. Ни скоро не подойдет, ни лифт не подойдет. Заносы такие. Да и больше кота, молодой парень сидит, он тупой, не знает об этом, что у нас какие заносы здесь. И вот там вырубили, там заносы, тоже не приедет, ни одна машина. Куда кому человек плохо будет. У нас не скоро ничего, у нас таксисты не ездят, до моста и все. А вдруг плохо будет, как вести человека? Потому что у нас поле, у нас здесь заносит, все заносит. У нас здесь елки вот они сделали, мы садили елки. Между деревьев тоже ложится, сами садили елки. Деревья можете вырубать, а елку не имеете права. Это не вырубка называется, называется варварский метод уничтожения зеленого массива за каждое дерево. Вот, видишь, что, не одно дерево ломает, а целых 5 сразу. Это что это называется? Называется вырубка вот эта вот. А кого снимать? Вы же здесь командуете, вот вас и снимаю, вот вашего работника снимаю, а как вы хотели? Если вы у вас организация, если вы у вас есть разрешение, ради бога. А к чему? Конечно, естественно, естественно. Я хочу. Вот, у вас разрешение, что вы боитесь? У вас есть разрешение. Ничего не бойтесь. Я не пойму. А почему? Сейчас на видео все пошлем куда надо. Сюда-то надо было ввести. Не, вообще, по проекту вот это весь носит. Вот ага. Ага. А я сейчас оставил специально. Там елки у нас один. Мы посадили те елки. Там вообще елки. Объясняйте. Не мне, мне не надо объяснять. Вы мне уже объяснили, что у вас бумага есть, что вы имеете право вот так вот. Вот так вот валить деревья, вы имеете право. Не имеете вы права так. Если по проекту взять, вот эти все деревья сносятся у меня по проекту. А я же не. Ну а вот, проект пусть отклонился. Пусть проект, да. Вот пусть по проекту потом. Кто это все? Это будете жаловаться, грохоту жаловаться будет. Кто проект? Что нам делать? Все, не будем Грохотова, мы будем Акиму. Если Грохотов делаем проект, что ему жаловаться? К Акиму надо идти. Ну и вот у вас, если есть разрешение, что вы? Ну, ничего от вас не требуется. Мы сейчас заснимем все это, зафиксируем и отправим куда надо. Это безобразие.